Первые результаты транспортной реформы. Со вчерашнего дня отменили 4 чебоксарских маршрута и изменили еще 8. Соответствующее постановление подписал глава столичной администрации. Подробнее о нововведениях рассказал начальник отдела транспортного обеспечения и связи Андрей Васильев. Изменения коснулись дублирующих автобусов маршрутных перевозок, а также фактически не работающих и мало востребованных у чебоксарцев. Отменены маршруты номер 34, номер 36, номер 49, номер 65. Номер 65 является пересадочным. На 80% дублирует схему движения автобуса номер 3. Срок договора администрации города с перевозчиком по маршруту номер 49 истек весной этого года. В связи с невостребованностью не осуществляются перевозки по маршрутам номер 34, номер 36. Кроме того, сократилось количество маршрутных автобусов номер 56, 59, 60 и 60К. В течение 10 календарных дней соответствующие изменения будут внесены в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Чебоксары.